получил штрафные строчки. Так, ну, замечательный бок. Ничего себе. Бок скачет у меня. Есть у него перегородки. Три штуки, две коротких, одна большая. Есть чехольчик, что нам понадобится. И щеточка, которая нам тоже понадобится. Сетка мелкая, сетка крупная, дышащая. Ну, в принципе, то, что я и ожидал. Хлястичек. В общем, пока я доволен. Осталось только здесь проверить, все ли влезет. Ну и как бы можно будет пользоваться. Так, что-то оно как-то вовнутрь. А, вот все. Довольно-таки жесткое. Я думаю, не раздавит ничего внутри. Вот. Хороший бокс. Мы еще к нему вернемся. Ссылка будет в описании.